Дети, родители и педагоги 5-й школы собрали и отправили посылки в подшефное село Ивановка Волновахского района. В коробках все для проведения летнего досуга. Дидактические игры, книги, канцелярские товары. Весь материал ребята смогут использовать и в учебной деятельности. Напомним, первое знакомство с подшефным учреждением состоялось весной 2023 года. Соглашение о сотрудничестве школы подписали в октябре. Тесное взаимодействие образовательных учреждений помогает новым регионам легче перейти на российские образовательные стандарты.